Привет! Сегодня я покажу вам, как угадать карту зрителя. У меня есть колода карт. Все карты разные, но при этом обычные. Сейчас я попрошу зрителя выбрать любую карту из колоды. И не показывай мне. Вот он выбирает эту карту. Смотрите, запомните. Все, карта выбрана. Теперь я попрошу зрителя положить эту карту в любое место в колоде, куда он только захочет. Например, он кладет ее куда-то вот сюда. Все, все очень чисто, я не делаю никаких манипуляций. Убираю руки от колоды. Теперь я попробую определить его карту. Я просто начну вот так пролистывать и прощупывать карты. И в какой-то момент энергия этой карты передастся мне. Я думаю, это его карта. Итак, в чем секрет? Секрет в особой колоде. Вот такая колода Bicycle Архангела. Если она у вас есть, то, возможно, вы еще не знаете об этой ее особенности. Если у вас этой колоды нет, то советую обзавестись, потому что вот с ней можно показывать такие крутые фокусы, но при этом она сама по себе очень красивая. Необычная такая светло-белая колода. И приятная на ощупь. Итак, давайте посмотрим на все карты, на все рубашки. Рубашки у всех карт одинаковые, но у них есть такая особенность. Посмотрите на центральную часть. Здесь, вот на этом вот овале, есть беленькая точка. Эта точка с одной стороны только. То есть мы всегда видим, ну, грубо говоря, где точка, там, например, верх колоды или верх карты. Если мы перевернем, мы всегда можем заметить, что карта перевернута. Вот в этом весь секрет. Я изначально складываю карты так, чтобы все вот эти точки были в сторону зрителя. Зритель их не увидит, потому что вот даже зная, что, например, есть какой-то такой, ну, типа краб, сложно быстро найти его. А если ты еще не знаешь, что там какие-то точки есть, то его просто заметить нереально. А я же помню, что точки от меня в сторону зрителя расположены. Далее зритель выбирает некую карту, запоминает ее, и ваша задача положить ее не так, как она была, а перевернуть и положить ее наоборот. Все, далее я просто ищу по порядку карту, у которой точка будет в другую сторону. То есть все туда, а я ищу, когда она будет в мою сторону. То есть все пока одинаково идут. Это очень быстро сходу пролистывается, и сходу это видно, если знать, куда смотреть. Вот я сразу вижу эту карту.